Прокуратура Засвияжского района отстояла в суде права жителей на Автозаводской, 71. Напомню, аварийный дом подлежал расселению через 8 лет, но юристам в синих мундирах удалось доказать, что сроки эти нереальны. Примечательно и то, что суд приобщил к делу материал ГТРК «Волга» по этому дому. Подробности у Эдуарда Истомина. Заседание суда было не похожим на предыдущее. В полку заинтересованных лиц в зале прибавилось. Зато пустовали места ответчика и третьих лиц. Жители квартир проинформировали суд о плачевном состоянии дома. Крыша течет. И ремонт никогда, сколько я помню, никогда ремонт не делался в доме. Окна я не открываю, все старые рамы. Вот. А окна почему не открывать? А там даже трогать нельзя. Смысла ремонтировать нет никакого. Дом разрушается. Просто уже все. Люди также представили судье фото. На снимках полная разруха. Она усилилась после январского пожара в доме. Сгорел один из подъездов. Это отчетливо видно в репортаже ГТРК «Волга». Просмотр устроили в зале суда. Ступени от недавнего пожара подгорели. В голову лезут ужасные мысли. Боимся, как лестницы у нас не будет. Наш материал судья также приобщила к делу. В ходе разбирательства стало понятно, что у ответчика нет приличного жилья из маневренного фонда. А ремонтировать убогие халупы за свой счет люди не могут. И вот этот унитаз разбитый. Ни раковины, ничего нет. Да, мы отказались. Ну а смысл ходить, они все подобные. Прокуратура выразила недоумение сроками расселения дома. По ее мнению, город не предоставил убедительных аргументов в пользу очередности в программе расселения. Судья, взвесив за и против, удовлетворила иск прокурора. Признать незаконным постановление администрации города Ульяновска номер 173 в части установления срока отселения жильцов, проживающих на квартирном доме, расположенном по адресу города Ульяновск, улица Автозаводская, дом 71, установить срок сноса аварийного дома и отселения из него жителей в течение 1 года. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в установленные сроки, и все же резолютивная часть вполне устроила жителей дома. От всей души хотим поблагодарить ГТРК «Волга» за то, что помогли нам осветить нашу проблему. По факту показали всю ситуацию. Нашу жизненную тяжелую. По сути, в Ульяновске был создан судебный прецедент. Доказано, что областная адресная программа расселения нуждается в серьезной корректировке. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.